Для меня гончарное ремесло как искусство. Когда ты бросаешь комок, и из этой бесформенной, непонятной, такой непроявленной материи, первородной такой, первобытной, под твоими руками рождается, вырастает какое-то гармоничное изделие, это потрясающее. За вот этой, может быть, кажущейся простотой кроется внутреннее наполнение. И это внутреннее наполнение считывается подсознанием потом людей, которые видят эти вещи. И они начинают говорить: ой, как она теплая, тут что-то такое есть. Глина, она спит. Когда ее не трогаешь, она как женщина. То есть работа на гончарном станке – это некий акт любви. Это некий танец, то есть с ней нужно потанцевать, спеть ей песню. В моем случае это ее нужно помять, размять ее, подготовить, оживить, чтобы она живая стала. Тогда она подарит тебе вот такое дитя. Желаю, чтобы дело в ваших руках было послушным, как глина, и плоды ваших трудов были звонкими и твердыми, как обожженная крынка.